Космонавты, хотя и бумажные, но очень похожи на тех, что вот уже 60 лет бороздят пространство Вселенной. И ракеты почти как настоящие. Скажи, на пшеничной ракете можно в космос полететь? Нет. Почему это? Потому что она рассыпется. Что и говорить, на таком вопросе подловить сложно даже детсадовца. Впрочем, воспитанники старшей группы уже кое-что знают о космической истории нашей страны. Гагарин первый из человеков, кто полетел в космос. Мало кто из современных детей мечтает полететь в космос. Правда, среди ребят детского сада «Солнышко» один такой нашелся. 5-летний Саша даже знает, какими качествами должен обладать настоящий космонавт. Умы. Еще каким? Сильный и смелый. А поделки в технике оригами станут украшением детского сада. Ведь делая их, малыши наверняка испытывали гордость за страну, в которой растут. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».